Склифосовском должны были делать шунтирование бедренных артерий, а когда стали обследовать там, то нашли, что у меня расслоилась аорта на 80%. Меня срочно на консультацию направили сюда. Прошлый понедельник была операция. В России вы были операции? Да не то слово, конечно. Я только чтобы сюда приехать, теща последние гробовые отдала. Как без этого? Разве можно? Где ты возьмешь 450 тысяч?